Это все о нем, мастере спорта международного класса Владимире Петровиче Туганове. Почти 20 лет он тренируется и выступает за пределами России. Будучи уже титулованным всадником, собрав солидный урожай наград на отечественных полях, Владимир принял решение начать свой путь к Олимпу с чистого листа. Я могу вам сказать, что я приехал туда мастером спорта международного класса, но я был хуже среднего спортсмена национального. Ну, чтобы вы понимали уровень. На какой там, то есть в Германии, допустим, они намного сильнее вот наших международников. Просто средний спортсмен, который прыгает национальные турниры. Я не говорю интернациональные. На тот момент, когда я туда приехал, я тренировался у лучших тренеров мира. Я собрал очень много информации, платил большие деньги. У Франки Слотака тренировался там 2 года почти. Потом Рене Дебеля 5 лет. Филипп Герда 3 года. Такие именно и фамилии, которые весь мир знает. Они все меня тренировали, они меня знают хорошо. Я просто имею очень много информации. Летом 2019 года ведущий российский конкурист после длительного перерыва выступил на российской турнирной площадке. В Максимо Парк спортсмен поддержал национальную команду в борьбе за общую путевку на Олимпиаду. А спустя несколько месяцев вновь приехал в Москву, но привез с собой уже не одну лошадь, а сразу 6. Готовую лошадь тяжело брать. Вот смотрите, это большая ошибка брать готовую лошадь. Самая лучшая, готовая лошадь со мной показывает экстра-классный результат. Ты берешь ее за 3 миллиона, за 5, за 12 миллионов. Вот купили катарцы за 11 официально, 13 заплатили. Миллионов евро. Она ни один гран-при не выиграла. Никакого результата не привезла. А с девочкой, вот такой маленькой, она все повыигрывала. Понимаете? Лошадь – это живой организм. Я сам сажусь, сам выбираю. У меня достаточно опыта. Я могу сесть и понять, это моя лошадь, не моя. Ну или мой друг мне подскажет лошадь какую-то хорошую, а потому что они по всему миру, мои друзья, смотрят. Вот, они точно знают, что мне надо. Вот, или я сам, ну я посмотрю результаты, посмотрю, какой галоп, какие хорошие результаты нет. Вообще, видишь, глаза посмотрю. Ну обязательно это надо делать, да. Меня Франки научил. Надо глаза смотреть. Да. Бывает, ну конечно, ну равнодушные бывают, бывают бойцы, глаза горят прямо. На моей лошади очень много разных взглядов. Нужно просто проникать в это, понимать это. И не так вот сел, поешь. Бывают сложные лошади, и ну, чувствуешь в них бойца, в характере. Все дело в характере. Сейчас много хороших лошадей, но побеждают бойцы, которые борются вместе с тобой. Вот эти лошади побеждают. Победу в конном спорте не гарантируют ни солидные финансовые вложения, ни удача, ни даже годы упорных тренировок. Ровно на 50% результат зависит от лошади, с которой нужно уметь наладить отношения. Ну, любимчик как? Саспенс, конечно. Ну, он такой характерный, я постоянно с ним... Он очень характерный конь. Я его люблю, я люблю, конечно, всех, но его, наверное, больше всего. Ну, мы с ним цепляемся часто. Раньше было хуже, сейчас уже лучше. У меня 2 такие лошади, которых я вообще люблю. Это был Блюбастер у меня и Амарок. Вот. 2 лошади, которые, ну, вот я их очень... Я люблю всех своих лошадей, вот, но этих двух я люблю больше, чем других. Одна осталась у меня, Амарок остался у меня на пенсии. А Блюбастер, я его брал 7-летним, ему 16 лет сейчас. Но когда я его брал, я очень торговался по цене. И хозяин... И вот сказал, я тебе уступлю деньги, если когда он закончит спортивную карьеру, ты вернешь мне его назад. То есть он его тоже очень любил. Но я ему дал слово, естественно, когда ему было 16 лет, я ему вернул назад. Я мог его у себя тоже оставить. Я радуюсь, когда смотрю на лошадь и вспоминаю все ее результаты. Знаете, это очень так душу греет. Тем более, когда хорошие результаты. Своих любимых лошадей Владимир Туганов на пенсии не бросает. Они остаются в конюшне всадника. В отличие от молодых собратьев, ветераны конкурных битв просто наслаждаются отдыхом. Я карат в Германии, там далеко от Дюссельдорфа, так деревня есть. Там есть конюшня, туда я возвращаюсь, как к себе домой. Вот. Там стоят мои лошади, они отдыхают, тренируемся, готовимся. Если куда-то попрыгать, выезжаем там по соседству и потом набираемся сил и вперед.
стартовых протоколах крупнейших турниров Восточной и Западной Европы, Канады и Ближнего Востока можно найти фамилию ведущего российского конкуриста. Покоряя самые большие высоты, он ненадолго заглянул и на отечественные площадки. Месячный марафон международных турниров позволил любителям конного спорта увидеть звезду конкура в боевой обстановке. Уровень спорта вообще в России сильно повысился. Почему? Сегодня тоже стоял маршрут там две звезды, да, 145 под 150. Но очень много молодых всадников участвовало, да, очень много. Я вижу, как они улучшаются. Это уже третий турнир, да. Но я тоже не говорю, чтобы ставили вот, чтобы там 5 нулей было. Говорю, ставьте, пускай они прыгают, пускай стараются, пускай выиграют деньги тоже для того, чтобы они понимали, что нужно работать, и вот им результат. И потом, чтобы им покупали хороших, дорогих лошадей. Почему? Потому что, ну, для того, чтобы уже идти на следующую ступень развития, с этими лошадьми далеко не пойдешь. Три звезды уже будет тяжеловато, четыре почти невозможно, пять никто не доедет до конца. Я говорю объективно, смотря на вещи. Вот две звезды уже хорошо прыгают, три звезды тоже неплохо прыгают. Но сейчас поставь серьезный маршрут и все. Пока не будет инвестиций, пока будут покупать лошадей до 100 тысяч евро, вот так и будет. Мы хотим на Запорожцах гонять с мерседесами, это невозможно. И просто иллюзии могут испытывать люди, которые не были там, внутри этого спорта профессионального. Это да, иллюзии, мы здесь там. Каждому свой уровень. Мы выступаем хорошо вот на этом уровне, и мы можем побеждать их на этом уровне. Спорт – это как слоеный пирог. А, Б, С, Д, первая, формула 1, 2, 3, 5, 10. Помимо универсальной формулы успеха, применимой ко всей спортивной индустрии, каждый всадник выводит и собственный рецепт хороших выступлений. Для кого-то трибуны, полные волнующихся соотечественников, становятся стеной поддержки, а кто-то спокойнее чувствует себя, не привлекая излишнего внимания. Я вообще не суеверный. Вот на меня многие говорят, с какой ноги заходишь, там это. Но мне все равно. Я не думаю даже об этом. Я захожу и начинаю прыгать. Мне все равно, что какой ноги, с какой руки, как, что, прямо, боком. Ну, какая разница? Ну, конечно, когда они в сезон прыгают там 10 маршрутов или 10 турниров, это да. Но когда ты прыгаешь 40 турниров там в год, и в каждом турнире ты по 20 маршрутов прыгаешь, ну как, какие тебе психологи нужны? Если ты можешь это делать, так ты это делаешь. Если не можешь, так нечего тебе в спорте делать. Нет, я крест ношу с собой всегда. Вот. Я ж крещеный, поэтому. А так, я думаю, ничего не нужно. Нужно больше тренироваться и концентрироваться на маршрут. А остальное все, это просто причина какая-то. Вот. Ой, что. Я не могу сказать, вот, что мне все равно, где выступать, дома, не дома. Просто дома почему-то, я никогда вот со мной такого не бывает. Видимо, на подсознательном уровне все-таки чувствуется какая-то нагрузка. Я так думаю. Я ее не ощущаю, но я каждую неделю прыгаю. После двух десятков лет, проведенных на лучших турнирных площадках мира, Владимир Туганов может критически оценить любые соревнования. Однако мнение спортсмена внушает оптимизм. Ну, такой базы, как максимум, у нас никогда не было. Даже биться никогда не было такой базы. Вообще, вся организация, которая... Вот я так приезжал, уезжал не очень, да. Но сейчас вот я здесь побыл уже две недели, да. Вторая неделя, фактически. Мне здесь очень нравится, очень. Отношение другое, чистота, питание, все. Ну, грунты, как работает все под миром. Мне все это нравится. Знаете, вот это Запад. Ну, есть какие-то мелочи, конечно, над которыми нужно поработать, но это 1% из 100. Совмещать регулярные выступления с активной работой на административной должности непросто, но Владимиру Туганову удается и это. В Федерации конного спорта России он занимает пост вице-президента. Вот Марина Владимировна всегда говорит, она все организовывает, она хочет наш спорт поднять повыше, ну, в глобальном его уровне, понимаете? Вот конференции организовывать, все, понимаете? Уже нас знают везде, не как там без права голоса, а уже мы имеем право голоса сказать. Все благодаря ей. Это все делает она. Ну, естественно, наша задача что? Развивать спорт. Наша задача хорошо выступать,
вести результат, чтобы нас везде знали. Задача президента – организовывать общую глобальную политику, вести, что у нее получается хорошо на сегодняшний день. И она это делает. То есть она свою задачу выполняет хорошо. Но мы свою задачу тоже пытаемся выполнить на должном уровне. Марина Владимировна сказала, чтобы я занимался кадрами. Вот. Над этим я работаю. Сейчас такие перестановки могут быть. Вот. Но основная моя задача, конечно же, заниматься спортом. Конечно, заниматься спортом. Конечно, подтягивать молодежь, организовывать турниры. Что 5-10. Вот то, что я сейчас и делаю. Надеюсь на нашего президента. Потому что она мыслит глобально, и у нее есть, я думаю, есть возможность в конечном итоге все это сделать как надо. Просто, знаете, много глубоко можно говорить, но я двумя словами скажу. С той командой, которая пришла сейчас, я думаю, будет хороший результат.